Your daughter's sure gonna miss you. Ain't nobody gonna miss you. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up, cause these people ruthless. Down these thoughts clueless. Всем здорово! Вот уж не думал, что я буду делать гайд на Джакса спустя 3 года после выхода игры. Но по какой-то причине подписчики хотели увидеть гайд на этого персонажа. А вы знаете, желание подписчиков — это закон. Еще раз всем привет! У микрофона Арман Арен Кратос. И это гайд на Джакса в Mortal Kombat 11. В этом видео вы должны узнать вообще все про данного персонажа, включая его сильные и слабые стороны. И забегая вперед, скажу, что сильных сторон у данного персонажа очень много. В 2019 году данный персонаж входил в пятерку лучших персонажей во всей игре. Однако времена шли, появились несколько патчей, и персонаж немножечко упал в тирлисте. Однако это не мешает Джаксу быть все еще крутым персонажем с очень крутым дизайном. Будем идти по порядку, друзья. Сначала начнем с основ и закончим стратегией на игру. Хватит прелюдий и погнали! Несмотря на то, что Джакс является одним из самых простых персонажей в игре, его арсенал инструментов очень богат. В первую очередь вы должны учитывать, Джакс — это прессер, поэтому инструментов для вскрытия у Джакса предостаточно. Мобильность у Джакса топовая, и это неудивительно. Как я и сказал, это прессер-персонаж, поэтому дэши и ходьба здесь очень быстрые. Научившись быстро двигаться за Джакса, вы получаете нереально крутое преимущество. Ваши короткие атаки становятся длинными за счет вашей мобильности. Джеб, удар однеркой, обычный удар и... Погодите-ка, 8 кадров? 8 кадров джеба обычно у зонеров, не у прессеров. А вот в чем дело, на блоке-то плюс, что позволяет прессить круче, чем любой другой персонаж. Разработчики попытались найти компромисс. Удар действительно достаточно медленный для прессера, однако плюс на блоке, что позволяет прессить. Назад один. Высокая, очень длинная атака. И, кстати, эта атака уникальная. Серию не продолжается. Зато можно отменять спецприем. А некоторые спецприемы попадают гарантированно даже в блок. А в углу вместе со своим снарядом вы сможете даже закомбить. Удар двойкой, 11-кадровый джеб, и это никуда не годится, друзья. Слишком медленно. При этом на блоке минус 3 для прессинга тоже не очень подходит. Особенно если учесть, что однерка и длиннее, и на блоке имеет плюс 1. Почему так сделали? Да все просто, друзья. Потому что с данного удара начинается одна из самых крутых серий Джакса, которая является кастомным спецприемом. Но это я уже забегаю вперед. Разработчики пытались как-то сбалансировать данный удар. Кто там ныл, что у Джакса нет оверхеда? Получите, распишитесь. Это, друзья, кстати, самый быстрый оверхед во всей игре. Ловит всех игроков, которые сидят в блоке. При этом у данного удара есть несколько версий. Обычная версия самая быстрая, 16 кадров. Однако есть более длинная, которая будет уже начинаться от 19 кадров.
Помимо предыдущих двух версий, есть еще и третья версия, самая долгая, но при этом самая домашняя. Будет сокрушительный удар, если вы попадете им. Кстати, интересный факт, вы можете закомбить с этого оверхеда, даже не использовав сокрушительный удар. Но правда, я не знаю зачем. Кстати, если напрыга рукой попадет, то вы выйдете на этот сокрушительный удар гарантированно, если сделаете задержанный назад 2. При этом не забывайте, на блоке обычная версия наказывается. И задержанная версия тоже. Однако самая задержанная уже наказываться не будет. Наличие удара сверху — это всегда круто у любого персонажа. И хоть на сокрушительный удар вы вряд ли сможете выйти, разве что после напрыги, ибо очень долгий стартап, обычная, самая быстрая версия отнимает меньше всего урона, но при этом она нереагируемая. То есть в каких-нибудь клатч-моментах, когда у противника остается мало хп, можете смело делать, и скорее всего противник это не заблокирует. Вперед 2! Вот такой длиннющий 12-кадровый средний удар, кстати, является одним из ключевых стаггеров Джакса. На блоке всего минус 4, но с блокстаном позволяет прессить. Забегая вперед, скажу, что после этого удара есть серия, позволяющая перебить противника, который будет пытаться читать ваш одиночный удар. И забегая еще дальше, есть даже круче серия, но она будет уже в кастомках. Стаггер — это удар, оставляющий на ногах для последующего прессинга. Когда вы бьете одиночным ударом вперед 2 и попадаете в блок, вы можете продолжить свой прессинг и начать атаку заново. Но противник может это перебить, если прочитает. Именно прочитает, потому что вы можете сделать полную серию. И подловить противника, если он решится всунуться после первого вашего удара. Так и работает стаггер. Апперкот у Джакса 10 кадров, самый обыкновенный, но со своей задачей справляется на ура. Хотя пару раз все-таки подводил, не очень хорошо ловит противников, которые прыгают за спину. Голая тройка, 13-кадровый хай-удар, и непонятно вообще для чего он нужен Джаксу, отменяется спецприем, но на этом все. Для комбо может использоваться, но правда есть другие альтернативные, более лучшие комбо. Назад 3, удар снизу, это уже лоу. Причем очень длинный, отлично ловит промахи противников. И да, я знаю, о чем вы думаете. Да, вы можете миксапить противника оверхедом и лоу, и это будет угадайкой. Но не забывайте, доиграетесь ведь. Казалось бы, Джакс не миксап персонаж. Однако нет, у Джакса есть и оверхед, и лоу, и есть даже серии, которые заканчиваются ударом сверху или снизу. Да, они отнимают гораздо меньше урона, чем у того же Саб-Зиро, но все-таки они есть. Понятное дело, геймплан Джакса будет строиться именно от бросков, а не от этих миксапов. Но наличие миксапов это все равно приятный бонус. Вперед 3 и о-хо-хо, 9-кадровый средний удар, привет, Джеки. Так вот откуда мразь-дочь взяла лучше? С данного удара начинается ключевая серия Джакса, с которой он выходит на комбо более чем на 30%. При этом она еще и тычки неплохо так ломает. Однако это я говорю про серию, одиночный удар наказывается. Но верите или нет, хоть одиночный удар минус 11 на блоке, он является неплохим таким стаггером. Дело в том, что удар имеет странную анимацию. Продолжение во второй удар имеет такую же практически анимацию, как и отвод ноги на землю. Поэтому каких-нибудь средних игроков можно попрессить. Наличие 9-кадрового среднего удара, ведущего на комбу, это большая редкость. И хоть одиночный удар вперед 3 не самая лучшая опция, продолжение в серию вперед 3-3 является лучшей серией в игре. Если не брать во внимание, конечно же, Джеки Брикс, у нее немножечко лучше. Но в целом про вперед 3-3 мы поговорим чуть позже. Голая четверка, 13-кадровый высокий удар, непонятный для чего, отменяющий спецприем, подожди. Это уже было, не? Да, этот удар очень схож на тройку, однако он немного лучше все-таки. Сейчас скажу почему. Во-первых, на блоке всего 0 на блоке, и можно даже попрессить. Правда, я не знаю зачем, есть удары для прессинга лучше. Для комбо подходит даже лучше, ибо наносит чуть-чуть больше урона. Вперед 4, 15-кадровый средний удар с колена, причем очень длиннющий.
Этот удар можно отменить спецприем, причем даже на нежданчик. На нежданчик, потому что данный удар надо отменять спецприем чуть-чуть позднее. Из-за этого противник может расслабиться, отпустить блок и скушать вашу атаку. Кстати, на блоке-то плюс один, можно даже спамить тычку после этого удара. Подсечка Джакса — это обыкновенная подсечка, без каких-то особых свойств, но при этом имеет уникальную анимацию. Тычка вниз один — это на первый взгляд обыкновенная семикадровая тычка, и на самом деле так оно и есть. Однако она все-таки длиннее, чем подобные другие тычки. Короче, со своей работой в остановке прессинга справляется на ура. При этом Джакс единственный персонаж в игре, у которого после тычки имеется серия, но про это мы поговорим чуть позже. Тычка вниз 3 имеет очень крутую скорость, 8 кадров, бьет по ногам, но при этом, друзья, она короче, чем вниз 1, я первый раз такое вижу. А вот в чем прикол, Джакс пригинается под многими даже средними атаками. Тычка вниз 4 просто богоподобная, 10-кадровая нижняя тычка такой длины у прессера, это забей. Такая тычка работает и для контратаки, и для остановки прессинга, и для прессинга в том числе. Тычки у Джакса очень недооценены. Во-первых, вниз 1 семикадровая тычка длиннее, чем другие подобные тычки, и имеет серию. Вниз 3 влезает туда, куда влезать запрещено. Ну а вниз 4 это очень похожая тычка, как у Джонни Кейджа. Да, она на один кадр медленнее, но зато чуть-чуть длиннее. При этом, забегая вперед, скажу, что Джакс может отменять тычки в безопасный спецприем. Так что эти тычки становятся еще круче. Прыжки назад у Джакса быстрее, чем его прыжки вперед, при этом анимации тоже немного различаются. Напрыга рукой однеркой имеет скорость в 9 кадров. Не самая плохая скорость, однако не самая лучшая. Для дуэлей, в принципе, подойдет. Но еще лучше она подойдет именно для напрыги, чтобы напрыгнуть на противника и попрессить его. Напрыга же двойкой имеет скорость 7 кадров, то есть это уже быстрее, чем предыдущая атака. При этом для воздушных дуэлей просто идеально. Однако этот удар хуже подходит именно для напрыги. Но это и не удивительно, чем быстрее, тем хуже область попадания. Напрыга ногой 10 кадров и при этом имеет хорошую область попадания. Однако скорость 10 кадров не делает эту напрыгу прямо чертовски имбовой. Хотя, тем не менее, перебить эту напрыгу достаточно сложно. И как я и сказал, область попадания очень хорошая, попадает даже если вы напрыгнете за спину. Напрыги у Джакса все для разных применений. Если вы хотите напрыгнуть на противника, чтобы продолжить свой прессинг, то используйте напрыгу однеркой. Если же вы хотите выиграть воздушную дуэль, то используйте напрыгу двойкой. Ну а если вы боитесь, что вас перебьют, используйте напрыгу ногой. Она еще имеет неплохой плюс на блоке. Шорт-хопы у Джакса полный мусор. Что ногой, что рукой, ничего особенного. Очень долго, разве что анимации прикольные. Вейкап атака у Джакса вверх 3 имеет прикольную классическую анимацию. Область попадания, кстати, тоже достаточно высокая. Как и высокое значение плюса, позволяющее вам после попадания начать атаку первым. При этом на блоке не полностью безопасно, все-таки тычкой наказать можно. При этом область попадания лишь по земле. Если противник выпрыгнет, вы получите полную комбу. Вверх 2 же у Джакса, кстати, один из самых длинных в игре. И со своей задачей в большинстве случаев справляется. Довольно неплохо подходит для чистых блоков. Но осторожно, скорость 13 кадров, это не самая лучшая скорость. Противники могут успеть восстановиться и наказать вас за ваш же чистый блок. Вейкап атаки у Джакса тоже очень интересные. Тут длинный, но долгий вверх 2, при этом область попадания у вверх 3 слегка увеличена. Область попадания увеличена, но лишь по земле. Могут наказать, если выпрыгнут. В общем, я думаю, примерно средние атаки. Броски Джакса богоподобные. Что бросок назад, что бросок вперед, оставляет противника на достаточно комфортной дистанции для Джакса, чтобы начать прессинг. Ваши атаки после броска настигают противника быстрее, чем он успеет встать.
И это не говоря уже про наличие командного захвата, который у Джакса есть в кастомках. Но это я уже забегаю вперед. На захвате вперед есть также сокрушительный удар, условие которого уникальное. Вы должны зарядить свои руки до максимального уровня нагрева. Захваты Джакса просто топ, вы должны использовать их как можно чаще. Думаю, Джакс это персонаж, который и должен играть от захватов, постоянно бросая вперед, назад. Да без разницы, вперед или назад, потому что противник остается достаточно близко, что позволяет вам подойти к нему и бросить его еще раз. При этом броски очень сбалансированы у Джакса. Несмотря на наличие командного захвата, Джакс будет использовать обычные броски тоже. Ибо обычные захваты порой даже эффективнее, чем командные. Это единичный случай в игре. В общем, захваты топ. Бросайте как можно чаще. Fatal Blow Джакса. Все еще самый крутой Fatal Blow во всей игре. 11 кадров. Почти на весь экран. Нереагируемая атака, которая летит в вас, еще и заряжает Джаксу руки. Этим Fatal Blow можно наказывать многие атаки. Но все-таки одно но есть. Атака высокая. Можно присесть без блока. Это весь базовый инструментарий Джакса. И он на самом деле, если так посмотреть, очень даже крутой. Здесь и реально крутые тычки, и захваты топ. Да, средние напрыжки, да, средние вейкап атаки. Но зато миксапы есть. И это не говоря уже о плюсовых одиночных ударах, позволяющих вам прессить. В общем и целом, инструментарию Джакса позавидуют многие персонажи. Однако это лишь базовые удары. Серии более важны. Давайте посмотрим, какие есть серии у Джакса. Серии у Джакса не так много, однако их количество зависит от экипированных вами кастомных приемов. Но про кастомки мы поговорим немного позднее. Помните джеб под нёркой, который плюс один на блоке? Так вот, продолжение во второй удар тоже имеет плюс один на блоке. Однако эта серия для наказания не очень-то хороша, почему-то некоторые комбо после нее не работают. Вообще, плюс на блоке после серии без дыр есть не у многих персонажей. К примеру, у Джеки есть на 1-1. И теперь мы видим, что есть также у Джакса. Что ж, семейка Брикс, у них все по блату. Понятное дело, такая серия хороша именно при попадании в блок, после нее можно делать что угодно. У данной серии есть продолжение в третий удар, который бьет сверху. Третий удар нужен для того, чтобы противники боялись сунуться после второго удара, и вы могли прессить. Однако перед третьим ударом есть дыра для чистого блока. Осторожней. А некоторые персонажи могут туда даже тычку сунуть. Правда, я не знаю зачем. Серия 1-2 очень крутая для прессинга именно на блоке. Для комбо она не так хороша, она не нанесет много урона. Однако это все еще одна из самых быстрых серий Джакса. Лучше все-таки использовать эту серию для прессинга. Делаете 1-2 в блок, потом делаете какую-нибудь тычку, либо захват. А можно и то, и другое одновременно. Вниз 1-2. Помните, чуть ранее я вам говорил, что у нашей тычки есть продолжение во второй удар. Во-первых, вниз 1-2 используется для выполнения наших комбо. А во-вторых, конечно же, для прессинга. Посмотрите, как работает прессинг. Вы делаете обычную тычку, и противник боится влезать, потому что ждет второй удар. То есть вы поняли суть? Почти у любого персонажа обычно тычка в блок означает, что вы передаете ход противнику, но не в этом случае. Ведь у нас не обыкновенная тычка, а двойная. Вы можете сделать второй удар, и противник, попытавшись взять ход после одиночного удара, конечно же, скушает двойную тычку. Чуть ранее я говорил, как называется такой термин. Это стагер. Причем данная серия из двух ударов еще и отменяется в спецприем. Однако второй удар, к сожалению, высокая атака. Эх, а как жаль. Апперкоты или тычки будут попадать, поэтому сильно не наглейте. Вообще, эту серию я в основном использую для комбо. Для прессинга я бы предпочел использовать немного другие инструменты. Забегая вперед, скажу, что у Джакса есть безопасная тычка спецприем. Она будет, например, для прессинга лучше. Либо же предыдущая серия 1-2. Помните голую двойку, которая как одиночный удар, в принципе, не особо-то годится. У этого удара есть продолжение во второй, и то же самое, ребята, ничего особенного. Есть продолжение в третий удар, который бьет по ногам, то бишь блокировать нужно только сидя. При этом на блоке, конечно же, наказывается.
Забудьте про эту серию, она будет хороша только в связке с кастомными приемами. Об этом мы поговорим чуть позже. Про «Вперед 2» и его продолжение во второй удар я чуть ранее уже говорил. Это действительно годная серия. Забегая вперед, скажу, что более годной она становится, когда у вас экипирован мастер захватов, то бишь кастомный прием. Помимо удара сверху, есть версия с ударом снизу. То есть вы понимаете, да, появляется микс-ап. Ну, кстати, обе опции можно наказать. Удар снизу наказывается обычными ударами, а удар сверху можно наказать чистым блоком. Вообще, я как профессионал должен был проверить, настоящая ли тут угадайка. И знаете, что я вам скажу? В целом, нет. Реагировать можно на обе опции, но сделать это настолько сложно, что в реальном бою, мне кажется, будет практически невозможно. Это хорошая информация, это означает, что мы можем в реальном бою не бояться и рисковать нашими миксапами. Особенно оверхедом, ударом сверху, потому что его наказать можно только при чистом блоке. Но, друзья, как я уже ранее говорил, сила этих серий не только в угадайке, а в том, что одиночный удар вперед 2 становится прессинг-инструментом на блоке. Я уже говорил, что такое стагер. Так вот, вперед 2 это стагер. То есть при попадании таким ударом в блок, противник будет ожидать второй удар, как раз таки оверхед или лоу. И это то, что нужно. Мы будем делать одиночный удар, противник будет стоять в блоке, ожидая второй удар, а мы сделаем какой-нибудь захват и нанесем дополнительный урон. У длинного удара назад 3 есть продолжение в серию, назад 3-2. И данная серия, к сожалению, спецприем не отменяется и наносит очень мало урона. У серии есть продолжение в третий удар, который наносит больше урона и меняет сторону. Объясняю, в чем прикол этой серии. Если вы делаете 3 удара, вас за это накажут. Но если вы сделаете 2 удара, вы будете в безопасности. Это означает, что нам нужно при попадании делать 3 удара, а при попадании в блок лишь 2, чтобы остаться в безопасности. Все просто. Как видите, полная серия наказывается. А вот и наш хлеб. Вот она серия, которая делает Джакса сильным персонажем. В данной серии Джакс будет выходить на комбо с высоким уроном. В целом, эта серия основная для начала атаки за Джакса. Любой, кто нажмет в упоре там, где запрещено, Джакс будет наказывать по полной. При этом у вперед 3-3 есть продолжение в третий удар. Снова удар сверху, прямо такой же, как у вперед 2. Однако в данном случае удара снизу нет. С кастомками удар сверху становится еще более крутым. Но есть дыра для чистого блока, не забывайте. Помимо того, что эта серия начинается с 9-кадрового среднего удара, который является одним из лучших в игре, так еще и на блоке всего минус 4, что позволяет прессить. И еще есть третий удар, что заставляет противника ждать этот третий удар. Да, все верно, это снова стагер, так еще и с 9-кадровой серии, вау. Это полом, вот, кстати, без шуток, это слом. Из-за того, что противники будут бояться третий удар, вы делаете 2 удара и какой-нибудь захват. Те, кто попытается влезть после второго удара, удачи. Вперед 3-3 вы должны в буквальном смысле спамить. Делать его настолько часто, насколько это вообще возможно. При попадании вы будете выходить на комбо за 30 с плюсом процентов. А при попадании в блок вы еще и получите прессинг-инструментарий. Что за дичь? И это я напомню, с 9-кадрового среднего удара. То есть перебить такой удар практически нереально. Одна из лучших серий в игре, без вопросов. Последняя серия у Джакса вперед 4-2, вот такой удар Супермена, который на блоке имеет приятную фреймдату. Правда, неприятно, что атака высокая. По мне, лучше не рисковать и просто вперед 4 отменять в какой-нибудь спецприем, который будет безопасным на блоке. Как я и сказал, серий у Джакса не так много, с кастомками будет чуть больше. Но в целом, ключевых серий, кроме вперед 3-3, у Джакса нету. Вперед 3-3 эта серия идеальна для всего, для прессинга, для того, чтобы наносить большой урон. Остальные серии на фоне этой просто не дотягивают. Однако это не означает то, что их не нужно использовать. После вперед 2 есть угадайка, например, можно сделать удар сверху или снизу. 1-2 дает плюс на блоке, позволяет прессить. Так что всему есть применение, но, конечно, вперед 3-3 это must have.
А чё там по спецприёмам у Джакса? А, кстати, набор спецприёмов у Джакса достаточно большой. Более 5 базовых спецприёмов. В то время у условного Скорпиона всего 3. Перед тем, как я начну вам говорить о спецприемах, важно мне сказать, что у Джакса есть уникальная механика прямиком из Injustice. Когда Джакс бьет руками, он нагревает руки. Нагревая руки, вы открываете доступ к своим снарядам. Вы также увеличиваете урон, наносимый руками. Ну и, конечно, открываете доступ к некоторым сокрушительным ударам. Всего уровней нагрева 5. От каждого уровня зависит урон. Вниз-вниз 3 нагревает руки на 1 уровень. Один удар рукой нагревает руки на пол уровня. Соответственно, вам нужно ударить 10 раз, чтобы нагреть руки до максимального уровня. Знаете, немного отойдя от темы, хочется немного сказать про это. Почему только Джаксу дали такую уникальную механику с нагревом рук? Это же действительно меняет в корне весь геймплей персонажа. Это очень интересная механика и задумка. Но почему-то дизайнеры Mortal Kombat на других персонажей не удосужились сделать похожие механики. Спецприем гатча. Ну конечно, это классический спецприем Джакса из части в часть. После гачи вы можете сделать несколько видов атаки. Каждая атака имеет разное предназначение. Первое — это однерка, обычный удар по лицу. Можно бить до 5 раз. Удар в пузо наносит чуть больше урона и двигает к углу. Ну и последняя версия — это удар назад. Очевидно, чтобы поменять сторону. Гача, кстати, нехило нагревает ваши руки. Заканчивать им всякие комбо — это супер. Ударить в пузо вы можете после гачи лишь 2 раза, и это нанесет не так много урона. Удар с оборотом вы можете делать точно так же, 2 раза, и опять же это нанесет не максимальный урон. А максимальный урон вы нанесете, если 4 раза ударите однеркой и сделаете удар с оборотом. Удар с оборота можно заменить на удар в пузо, чтобы не терять сторону. Урона будет почти столько же. Конечно, гача нужна в первую очередь, чтобы заканчивать комбо. В принципе, для других целей она вообще не нужна. У гачи есть еще один вариант, когда Джакс швыряет противника. Но эффективно это лишь в углу, чтобы противник оставался на ногах. К примеру, в углу вы можете заканчивать комбо, оставляя противника на ногах для дальнейшего прессинга. Ударив после гачи однеркой 4 раза, вы можете оставить противника на ногах после этого и сделать какой-нибудь другой мув. У вас будет преимущество. Гача — это завершитель комп. На блоке она наказывается, поэтому для прессинга данная опция не подойдет. Гача — это наш основной завершитель комп, который позволяет нам нагреть руки, а в углу даже попрессить. Но в целом это и не удивительно, в каждой части Mortal Kombat у Джакса есть гача. Следующий спецприем — это пробежка назад-вперед 2. И о боги, что это такое? Пробежка бьет 2 раза, и посмотрите на длину первого удара. Вау. Да и второй удар очень далеко дотягивается. На втором ударе также есть сокрушительный удар, условие которого — контратака. Но, конечно, более интересна усиленная версия, ведь усиленная версия является захватом. Захват на пол экрана со скоростью 21 кадр. То есть атака не блокируемая, она практически гарантированная. Разработчики, вы что курили? Конечно, вы можете присесть без блока, но если успеете, конечно же. При этом без блока вы можете присесть на определенной дистанции. Не рассчитаете немножечко и ГГ. При этом усиленная версия становится безопасной на блоке, если первый удар попадает. Друзья, а что означает, когда спецприем становится безопасным с такими свойствами? Правильно, ваши любимые тычки-спецприемы. Когда-нибудь разработчики научатся. Когда-нибудь. Назад-вперед 2 после тычек — это просто заноза в жопе. Не говоря уже про то, что сам прием заноза в жопе, потому что он неблокируемый, твою мать. Я вообще не понимаю прикола, как можно было дать неблокируемые атаки, еще и безопасность на блоке после тычек. Еще раз, это захват практически на весь экран. На приеме есть сокрушительный удар. Так он еще и безопасен на блоке, что позволяет после тычек прессить? За 1 метр? Базовый спецприем? Как? Просто как? Короче, как вы поняли, это один из самых крутых спецприемов не только у Джакса, а вообще во всей игре. Вы понимаете, насколько страшно
страшно будет против Джакса двигаться или лезть после тычек. Одно неверное движение, и Джакс влетит в вас с разбегу. Следующий спецприем — это гранатомет. 26 кадров снаряд. В общем, это очень медленно, друзья. Усиленная версия пускает их две. Есть также воздушная версия. Якобы ловит прыжки, но очень слабо. На блоке, кстати, даже на такой дистанции уже наказывается. При этом гранатомет часто перепрыгивают. Понятно, гранатомет это не самый лучший инструмент для зонинга. В первую очередь он нужен для контрзонинга, поскольку отнимает на 10 урона больше, чем обычный снаряд. То есть в теории вы можете выигрывать размены там, где вам необходимо. Ну и еще гранатомет неплохо добивает тех, у кого осталось очень мало хп, а вы не хотите подходить. Про следующий спецприем я вам уже чуть ранее говорил. Это зарядка рук. Вниз-вниз 3. За зарядку рук вы можете быть наказаны, однако после комбо у вас есть небольшое время, чтобы зарядить хотя бы на один уровень. Самое важное то, что зарядка рук помимо сокрушительных ударов открывает доступ к самым крутым снарядам во всей игре. Ракетки — это снаряды со скоростью 11 кадров, самые быстрые снаряды в игре. Одна ракетка сжигает один заряд рук. Усиленная версия заряда нагревает руки на 2,5 уровня. Всего вы можете выпустить до 5 ракеток, если у вас, например, 5 уровень. У ракеток есть также сокрушительный удар, условие которого сделать комбо из 6 и более ударов. Ракетки имеют две версии, обычную и усиленную. Обычная пускает одну ракетку, усиленная версия пускает две ракетки поочередно. При этом усиленная версия не тратит ваш метр, а тратит ваш нагрев рук. Одна ракетка расходует один уровень нагрева рук, всего уровней 5. Усиленная версия расходует сразу 2 уровня нагрева рук. Ракетки очень тяжело заблокировать, скорость очень высокая. Присесть без блока под первой можно, под второй нельзя. Наносит очень высокий урон в блок. Забегая вперед, скажу, что играя за Джакса, вы должны контролировать свой уровень нагрева рук. Где-то вы должны будете потратить нагрев рук на ракетки, а где-то оставить для сокрушительного удара. Об этом мы чуть позже поговорим. Удар по земле — снова классический прием Джакса. Скорость 36 кадров, больше чем полсекунды. При этом почему-то под снарядами пригинается очень плохо. Усиленная версия наносит чуть больше урона, но можно выпрыгнуть. Удар по земле, ну такое, я использовал его очень редко. Скорость очень медленная, и на моем уровне все противники успевали заблокировать. При этом в какие-то другие серии оно не комбится. Для зонинга тоже не подойдет, как и для контрзонинга. Скорее, данный спецприем нужен, чтобы добить противников, когда у них остается мало здоровья. Прямо как гранатомет. Забегая вперед, скажу, что есть кастомный спецприем, который улучшает вот этот землетряс, но об этом как раз мы поговорим сейчас. Переходим к кастомкам. Нужно понять, какие кастомные спецприемы нам нужно экипировать за Джакса, чтобы сделать его максимально сильным персонажем. И я снова напомню вам главное правило выбора кастомок. Кастомные спецприемы должны быть лучше базовых, если они заменяют эти базовые спецприемы. Ну что, переходим к кастомкам. Выбор кастомок — это очень важный процесс. Мы должны понять, какие инструменты являются у Джакса ключевыми, чтобы усилить их с помощью кастомных спецприемов. А для этого нам нужно посмотреть на все кастомные спецприемы и уже потом определиться. У Джакса не так уж и много кастомок. Сначала мы посмотрим на те кастомные спецприемы, которые заменяют базовые. Потом те, что улучшают. И в конце мы посмотрим на те, что добавляют. Итак, погнали. Первый спецприем, который заменяет базовый, является спецприем «Отличная реакция». У этого спецприема есть несколько версий. Его можно также задерживать, а усиленная версия ведет на полное комбо. С помощью данного спецприема можно будет выходить на полное комбо, и это очень круто. При этом спецприем можно отменять. Это позволит Джаксу прессить, да, не самым лучшим образом, но все-таки можно попробовать. Обычная версия, кстати, на блоке не наказывается. Но там есть дыра, и противник при читке может туда влезть. Знаете, в чем главная проблема данного спецприема? Он заменяет тот самый имбовый спецприем с пробежкой.
Это так жаль на самом деле, ведь спецприем достаточно неплохой, он позволяет нам выходить на комбо. Но какой ценой, друзья, какой ценой? Ценой всего. Забегая вперед, скажу, что у Джакса есть альтернативный спецприем, позволяющий выходить на комбо, при этом не жертвуя нашим драгоценным базовым спецприемом с пробежкой. Следующий спецприем — это шлепок, который заменяет гачу. При попадании на ногах позволит получить преимущество для дальнейшего прессинга. У шлепка есть особенность. Можно выходить на комбу, используя не метр, а заряд рук. Но для этого вам нужен будет минимум третий уровень заряда рук. И то вы должны будете находиться в углу для этого. Чтобы закомбить на мид-скрине, вам нужен будет аж пятый уровень нагрева рук. При этом мне стоит сказать, что на блоке наказывается. Даже версия с третьим уровнем, которая имеет большее отталкивание, все равно наказывается. Пятая, кстати, тоже. Но, кстати, шлепок является армор-брейкером и может ломать броню при извороте противника. Шлепок 100% лучше, чем гача. Да, для комбо оно используется не самым лучшим образом, но зато является армор-брейкером, а в связке с другими спецприемами может дать хорошие плоды. Особенно в связке с дровосеком, но я забегаю вперед. Последний заменяющий спецприем — это картечь. Как вы поняли, данный прием заменяет гранатомет. При попадании наносит неплохой урон, а также валит противника на землю. Есть также воздушная версия, но опять же, зачем? Посмотрите, сколько урона в блок наносит картечь. Хоть на блоке и безопасно, все равно есть дыра для чистого блока. Дыра есть, к сожалению, везде. Какую бы серию вы ни сделали, вы в безопасности полностью остаться не сможете. Или все-таки сможете? Есть одна серия, после которой вы безопасно сможете сделать картечь. Но эта серия — это другой кастомный прием, старший по званию. Безусловно, картечь гораздо лучше базового гранатомета. Но как выяснили, как одиночный спецприем он будет наказуемым. Вот в связке со старшим по званию вы получите и безопасность, и хороший урон в блок и в хит. Про этот спецприем мы поговорим еще раз чуть позже. Мастер захватов — это тот самый оверхед из нескольких ударов, про который я ранее вам уже говорил. Серия нескольких ударов по голове действует после вперед 3-3, после вперед 2, а также после 2-2. При этом данные удары по голове очень хорошо нагревают руки Джакса. На этих сериях есть также сокрушительный удар, условие которого как раз нагреть руки до максимального уровня. При этом учитывайте, что сокрушительный удар вы можете сделать лишь один раз за матч. И это несмотря на то, что вы делаете по сути разные серии. С данной кастомкой наш прессинг становится гораздо сильнее, противники будут бояться ударов сверху. Благодаря этому усиливаются наши другие атаки, как вперед 2 и вперед 3-3. Вперед 3-3, а также вперед 2 становятся стаггерами для прессинга. Вы можете сделать бросок после этих ударов, а можете продолжить полную серию и противник получит неплохой урон. Но не забывайте, дырка для чистого блока никуда не делась. И да, помните наши миксапы, когда мы можем бить сверху или снизу. Когда экипирован мастер захватов, мы получаем больше урона с этих угадаек. Мастер захватов — это очень годная тема. Наши и так крутые стайгеры становятся еще круче. Наш крутой прессинг становится еще опаснее. Мы получаем больше урона с миксапов, а также сокрушительный удар, который, кстати, очень годный. Да и делаются эти серии буквально двумя кнопками, идеально для новичка. Единственный минус — дыра есть для чистого блока. Но на практике могу сказать, что делать там чистый блок достаточно сложно. Улучшить землетряс мы можем специальным спецприемом. Данный спешл хоть и бьет на весь экран, как и предыдущий, но вы должны сами выбирать один из четырех направлений. Отличительная особенность такого землетряса это в том, что вы можете закомбить после него. Но, как и обычный землетряс, после серии не комбится. Хотя бы в безопасности оставляет.
Усиленная версия гораздо интереснее. Бьет, во-первых, на весь экран, вам не нужно выбирать направление. А также, что более важно, это неблокируемая атака. Появляется много неожиданных разводок, где вы можете сделать землетряс в самый неожиданный момент. Хоть блок не спасет противника, он всегда может выпрыгнуть и наказать вас. Кстати, если тычка вниз 4 попадает в хит, то это будет гарантией. Спасибо Колямбе за разводку. Данный спецприем будет очень крутым на начальном и среднем уровнях, потому что на реакцию выпрыгнуть после этого удара очень тяжело. Но на уровнях повыше все-таки важно помнить, старт больше чем полсекунды, и противник сумеет среагировать и наказать вас за это. Такой землетряс нужно использовать очень аккуратно. При этом я говорю про усиленную версию, конечно, обычная версия не комбится после серии. Серия 2.2 это та 11-кадровая серия, которая меня ничем не впечатлила. Однако кастомный прием «Старший по званию» это другой разговор. «Старший по званию» это две дополнительные серии из 6 ударов. Одна серия заканчивается ударом сверху, а другая высоким ударом в полете. Серия хоть и прожимается непросто, однако каждый из последующих 3 ударов отменяется в спецприем. Разумеется, кроме последнего, он валит противника на землю. Во-первых, старший по званию позволяет нам использовать сокрушительный удар с ракетками на земле. При этом после 4 удара ракетки попадают в блок гарантированно, и это наносит гигантский урон в блок. Как я и сказал, одна из серий заканчивается ударом сверху, блокируется только стоя. При этом, если противник все-таки заблокирует, вас за это накажут. Но в таком случае вы можете сделать высокий удар, и тогда вы получите даже небольшое преимущество. Но и тут вас могут наказать, если прочитают, конечно же. Игры разума, то бишь Mind Games, и вы и ваш противник должны читать друг друга. Но сила старшего по званию не в том, чтобы сделать оверхед или хай, а в прессинговых свойствах, конечно же. Серия из 6 ударов будет заряжать ваши руки очень быстро. Каждый из ударов комбится на полную. При этом всегда можно обезопасить с помощью нашей пробежки, вы же не забыли. Ну а в связке с другими кастомками старший по званию становится нереально крутым. Например, с картечью, про которую мы недавно уже говорили. Однако старший по званию становится must have, когда у нас экипирован командный захват, но про это чуть позже. Парирование. Парирование снарядов, если быть точнее. Парировав снаряд, вы нагреваете руки на 1.5 уровня. При этом 2 снаряда вы спарировать не сможете. Усиленная же версия нагревает руки на 2.5 уровня. Возможно, вы найдете какое-то уникальное применение данному парированию. Но я, к сожалению, не нашел. Тратить слот на это? Еще раз, за парирование снаряда вы заряжаете лишь 1.5 уровня, что хватит лишь на 1 ракетку. Это очень мало. Хотя бы на 2 уровня, это было бы лучше. Особенно если учесть, что за раз можно парировать лишь 1 снаряд. А вот и дровосек. Один раз я упомянул его в видео. Это тот самый альтернативный способ выходить на полные комбо. Комбить с помощью дровосека мы можем после наших основных серий, при этом не теряя пробежку. Это отличает дровосека от отличной реакции. Мы не теряем наш ключевой базовый спецприем. При этом на блоке, кстати, не наказывается. Усиленная версия, кстати, тоже. Но под усиленной версией можно присесть без блока. При этом дровосек это удар сверху. Да, скорость 0.5 и скорее всего противник среагирует и успеет встать, но иногда на неждан залетает.
Опять странное решение от дизайнеров Mortal Kombat. Отличная реакция и дровосек по свойствам очень схожи. Только один спецприем заменяет, а другой добавляет. И из-за этого рушится баланс. Брать отличную реакцию нет смысла, если есть дровосек. При этом вы не будете терять пробежку. Следующий спецприем, который добавляет, это воздушный захват. Воздушный захват можно делать также и в воздухе. При этом я не понимаю, то ли у меня у одного так, то ли что, но почему-то у меня редко попадает воздушный захват, если я выигрываю дуэль. Воздушный захват хорош тем, что он комбится после удара ногой в воздухе. А после воздушных дуэлей вы успеваете приземлиться и сделать потом воздушный захват. При этом как антиэйр опция мне не очень понравилась, очень нестабильно антиэйрит. Да и то, что воздушный захват комбится после удара ногой, это не новость. Можно комбить еще и в пробежку. Будет меньше урона, но тоже комбится. Я не понял, в чем прикол данного спецприема. Он тратит слот, при этом как антиэйр работает не очень стабильно. Не сказать, что урона много дает, да и после напрыги ногой можно комбить в пробежку. Мне кажется, логичнее будет оставить слот для чего-то более крутого. Ну а говоря про крутое, вот вам четверной захват, один из самых крутых спецприемов во всей игре. Легендарный командный захват Джакса, который имеет несколько версий. Версию из двух ударов вы только что видели, вот вам версия из трех ударов. Ну и версия на 4 удара это максимум. На первый взгляд захват ничем не примечателен, наносит 180 урона максимум и еще и тратит 2 атакующих метра. Но вы же знаете, что на данном захвате есть сокрушительный удар. Давайте посмотрим, сколько урона нанесет такой захват. Триста! 50 урона с неблокируемой атаки. Рекорд побит Mortal Kombat. Вы просто понимаете суть, что Mortal Kombat зациклен на захватах? А четверной захват еще и нельзя порвать. Опять кто-то в дизайнерской обкурился. Но это сломанный спецприем. В любой клатчевой ситуации вы можете сделать неблокируемую атаку и взять раунд. Хотя стоит сказать, что сперва вы должны все правильно прожать. Чтобы вызвать сокрушительный удар, вы должны прожать командный захват максимально точно. Когда вы точно прожимаете командный захват, Джакс будет говорить всякие фразочки. После первой стадии Джакс скажет «Get some», после второй «Хуа», а после третьей «Оу е». При этом Джакс не будет говорить ничего, если вы дропнули тайминг. Чтобы прожимать точно каждую стадию, вы должны в момент приземления противника на землю нажать нужную кнопку. Строго один раз. Категорически нельзя нажимать много раз. Давайте посмотрим, как прожимать первую стадию. Вы делаете командный захват. В момент, когда противник ударится об землю, нажмите двойку. Отлично, теперь то же самое нужно провернуть во второй стадии. В этот раз нужно нажать четверку. И вот последняя стадия, самая сложная. Здесь нужно нажать тройку, но не в момент, когда противник падает на землю, а когда противник подпрыгивает, как пружина над землей. Всем игрокам за Джакса, вы учите, как нажимать командный захват и делать сокрушительный удар. Это даст вам нереальное преимущество, Джакс поэтому считается персонажем с крутым камбэк потенциалом. Кстати, командный захват Джакса ни во что не тикается, то есть отменить какой-либо удар или серию на блоке в командный захват нельзя, только тычку. Однако, если у вас экипирован старший по званию, вы можете отменить третий и пятый удары в командный захват. Конечно, противник всегда может присесть без блока, но тем не менее получается угадайка, вы же можете делать не командный захват, а сделать какой-нибудь другой спецприем.
Вот оно что получается. Старший по званию становится вдвойне эффективным в связке с четверным захватом. Посудите сами, вы делаете серию в блок, которая начинается с 11 кадров, и можете выйти либо на урон на 350, либо на урон за 200. И это будет чистой угадайкой для соперника, несмотря на то, что сокрушительный удар на своем командном захвате вы можете сделать лишь один раз. Четверной захват – это один из самых эффективных спецприемов во всей игре. Неблокируемая атака, которая наносит от 350 урона – это, конечно, смешно, друзья. Поэтому я бы рекомендовал вам использовать во всех сборках четверной захват. Несмотря на то, что он достаточно тяжело прожимается. Поверьте, оно стоит того. И это, кстати, все кастомные спецприемы, которые есть у Джакса. Посмотрев их все, а также разобрав, мы примерно можем понять, какие сборки лучше делать за Джакса. Шлепок оказался очень неплохим спецприемом, который дополняет наши комбо, несмотря на замену гачи. Хоть как одиночный прием шлепок не особо эффективен, в связке со старшим по званию либо дровосеком шлепок становится вдвойне эффективным. Отличная реакция – это очень мощный спецприем, позволяющий Джаксу делать разводки, прессить, а также выходить на комбо. Но у данного спецприема есть гигантский минус – он заменяет пробежку, которая является одной из лучших спецприемов в игре. Особенно если учесть, что у Джакса есть альтернатива в лице дровосека, которая не заменяет нашу пробежку. Картечь – это не раскрытый спецприем. Данная атака наносит очень большой урон в блок, а в связке со старшим по званию делает ваш прессинг очень опасным. Возможно, картечь не стоит одного слота. Но кто знает, если вы дадите этому спецприему шанс, то возможно и заиграет. Мастер захватов просто топ. Мало того, что это идеальный спецприем для новичков, так еще и прессинг Джакса улучшается очень сильно с его основных ударов. Есть Unbreakable сокрушительный удар и более дамажные миксапы. Идеально. У мастера захватов по сути нет минусов. Этот прием просто шикарен. Легкий в использовании, эффективный в бою, как говорится. Улучшенный землетряс мне не особо вкатил. Мне кажется, данный прием будет особо эффективен среди новичков. На более высоком уровне скорость в более чем полсекунды будет решающим фактором. Это тоже экспериментальный, можно сказать, прием, который особо не раскрыт. Как и с картечью, вы можете дать шанс улучшенному землетрясу. Возможно, вы раскроете данный спецприем. Но в моем случае я хочу потратить слоты на что-то более эффективное. Старший по званию – это более продвинутый прием. При этом, как мы выяснили, он становится более эффективным в связке с четверным захватом либо с другими спецприемами. Как прессинг-опция, данный прием очень эффективный. Третий и пятый удары отменяются в командный захват даже на блоке. Это одна из самых мощных угадаек, которые есть у Джакса. Очень жесткий прием на самом деле, хоть и не особо простой для новичка. Про парирование снаряда вы можете забыть. Ну вы просто не можете тратить слот на такого рода спецприем. Максимум против какой-нибудь Цитрион данный прием сойдет. В остальных случаях оставьте слот на что-нибудь более эффективное. Дровосек – это наш ключ к победе. Возможность наносить большой урон для такого рода прессера с 9-кадровых средних ударов – это всегда приносит плоды. При этом, как я и сказал ранее, данный спецприем не заменяет пробежку, в отличие от отличной реакции. Дровосек иногда просто необходим. Air Grab я не оценил. Как антиэйр он работает не идеально, урона наносит немного, альтернатива у нас для комбы с напрыжки есть, да и для воздушной дуэли не так хорош. Не знаю, какой смысл тратить слот на такого рода спецприемы, когда есть что-то более эффективное. Вот и я особо не вижу смысла. Ну и конечно, легендарный четверной захват Джакса. Такие спецприемы просто на вес золота. Кстати, я поэтому золотым и выделил. Возможность за игру наносить халявно 350, а то и более урона просто с неблокируемой атаки, ну как бы вам сказать, мягко говоря, нечестно. Поэтому, эй, командный захват должен быть во всех вариациях. Итак, давайте посмотрим, что нам в итоге удалось собрать. Вариация Калямбум – одна из самых крутых сборок для новичка. При этом она еще и одна из самых эффективных. Четверной захват, потому что имба. Дровосек, чтобы делать урон, а эксперт по захватам, чтобы делать прессинг как можно легче. Убер крутая сборка. Вариация Оружейное шоу по большей части то же самое. Здесь снова четверной захват и дровосек. Но вместо мастера по захватам старший по званию. В этой варе прессинг будет отличаться. Постоянно делать четверной захват, либо полную серию. Вариация сложнее, чем предыдущая, но не менее эффективная.
Вариация Sonic Chmoks. Здесь снова четверной захват, но при этом отсутствие дровосека. Вы не будете делать в этой вариации большие комбо, однако у вас будет и эксперт по захватам, и старший по званию. Это вариация с самым крутым прессингом. Если вы все сделаете верно, у вашего противника закружится голова. Вариация далеко не простая. Колямба мне показал вот такую вариацию, и я сразу на нее подсел. Понятное дело, по классике четверной захват, и здесь еще есть дровосек вместе с летальным шлепком. В этой вариации существуют эксклюзивные комбо, которые могут сделать Джакса топ-тиром. Но они настолько сложные, что практически невыполнимы. Однако, если вы хардкорщик, эта вариация принесет нереальные плоды. Одна из моих любимых вар. Вариация типа Чипурон говорит сама за себя. Это одна из экспериментальных моих вариаций, которые вы можете попробовать. Четверной захват всегда вам поможет в бою. А старший по званию вместе с картечью позволит вам наносить огромный урон в блок. Но это все лишь на бумаге, как будет на практике, нужно пробовать. Достаточно интересная вара для изучения. Теперь переходим к комбо. По традиции я не буду показывать вам 100 тысяч комб, которые вы не будете использовать и вряд ли запомните. Вместо этого я покажу вам всего парочку комбо на каждую из вариаций, которые мы сегодня собрали. Так, погнали! Наша основная комба на мидскрине, которая начинается с дровосека. Точно такая же комба, но со сменной стороны. Комба с сокрушительными ударами с ракетками. Точно такая же альтернативная, но она требует хотя бы первого уровня заряда. Комба после апперкота сокрушительного удара. Очень похожа на комбу после дровосека, не так ли? Вместо гачи вы можете в конце сделать командный захват и попробовать сделать сокрушительный удар на нем. После назад 2 сокрушительный удар делаются такие же комбы, как после апперкота сокрушительный удар. А вот так выглядит оптимальная комбо в углу. Слишком сложно, делаете вот такую. Все равно сложно, тогда делаете вот такую. С ракетками вот такая комба. Есть, кстати, вот такая комба, если у вас экипирован мастер захватов. Комба после напрыги ногой выглядит вот таким образом. Во второй вариации точно такие же комбы, как и в первой, просто начало комбо может отличаться. В третьей вариации комб вообще нет. Урон в этой вариации наносится за счет сокрушительных ударов, а также приема мастер по захватам и старший по званию. В четвертой вариации есть комба, которая делает эту вариацию крутой. Она очень сложная, но наносит гигантский урон. При этом такие комбо мы можем делать и после апперкота сокрушительного удара. В углу комбы тоже очень сложные, но наносят дополнительный урон. А с Armor Break'ом урон вообще становится запредельным. В пятой вариации комб тоже нет. Любой удар вы должны отменять в картечь.
По комбо это все, друзья. У Джакса не так уж и много их. Самая важная комба начинается после дровосека, и тайминг там немного неприятный. Нужно будет посидеть часок-другой, чтобы делать стабильно. Ну а мы будем потихонечку переходить к самому главному — стратегии игры на бой. Ведь очень важно за персонажа не только комбить, но и правильно составить план на игру. Dead or alive, you're coming with me. Whatever you say, RoboCop. Gonna smack that grin right off him. Тактика игры, наверное, самое важное за любого персонажа. На экране вы видите мой матч с одним из лучших игроков за Джокера в мире, с Кулманом. И сейчас я попытаюсь вам объяснить, как правильно играть за Джакса. В первую очередь, вы должны понимать сильные стороны вашего персонажа. У вас офигенные средние удары. Джакс хорош в прессинге. И у нас крутые захваты. Это значит, что за Джакса мы будем стараться держать дистанцию упора. И самое главное, соблюдать баланс в атаке между захватами и средними ударами. Соответственно, делать иногда захваты по несколько раз подряд, а иногда делать средние удары несколько раз подряд. При этом, если наши средние удары попадают, мы должны подтверждать в полное комбо. Итак, давайте посмотрим на конкретный пример. За Джакса также важно то, как вы двигаетесь. Если вы будете двигаться достаточно мобильно, вы будете получать шанс на атаку гораздо чаще. Посмотрите еще раз этот момент. Скулман бросил в меня снаряд, и я молниеносно подошел к нему и начал атаку. Выстрел промахнулся, и у Джокера стадия восстановления. Скулману нужно немало времени, чтобы восстановиться после промаха. И посмотрите на дистанцию между мной и противником. Казалось бы, я просто не успею подойти к противнику. Но мобильность Джакса позволяет мне это сделать. Заметили еще один момент. Когда я подошел к противнику, я начал свою атаку с 9-кадрового среднего удара. Но противник был готов и заблокировал мою атаку и взял ход. Зная это, я меняю баланс в атаке. Я снова получил возможность атаковать первым. Но в прошлый раз мой средний удар не раскрыл противника. Значит, в этот раз я сделаю бросок. Сработало, противник раскрыт. Баланс в атаке — это ключ к победе за Джакса. Постоянно чередуя броски и средние удары, в зависимости от того, как противник действует, вы будете раскрывать противника. Ни в коем случае также не забывайте про свои длинные тычки. Тычки Джакса не позволят противнику халявно к вам подойти. Особенно если учесть, что тычки отменяются в спецприем, и это очень тяжело контрить. Не забывайте также про пробежку. Пробежка это тоже имбовый спецприем, и как контратака она практически не контрится. Посмотрите, как эффективна пробежка. Я отхожу назад и потом резко делаю пробежку. А вот пример того, как мой прессинг дал плоды. Скумом передал мне свой ход, когда сделал верх 3 и попал в блок. Я решил взять ход с средним ударом. Противник заблокировал, но он не спешит брать ход. А вы помните почему? Потому что противник боится третьего удара. Это как раз тот самый стагер. Я прекрасно это понимаю, делаю средний удар еще раз. Атака реализована, и посмотрите, сколько урона. Именно так работает система прессинга за Джакса. После стагеров, кстати, не обязательно делать средние удары, можно делать и захваты. А посмотрите-ка вот на этот момент.
Гляньте, я сделал тычку в блок, и по идее я должен передавать ход, а Скуман должен его брать. Но почему-то Скуман не торопится этого делать. Все верно, потому что в любой момент тычку я могу отменить в безопасную пробежку. Это позволяет мне прессить через тычки. То есть тычки становятся стаггерами. И благодаря этому я делаю еще одну такую тычку. Вот она, сила прессинга за Джакса. Страшно лезть после его ударов. А посмотрите, например, вот на этот момент. Гляньте, сколько у меня хп и сколько у противника. И гляньте на мой уровень заряда рук. Если вы думаете, что Джакс крутой только в прессинге, то нет. В зонинге Джакс тоже очень хорош, особенно когда дело касается добивки оппонента. Я так запутал Скулмана, постоянно раскачиваясь вперед-назад, что он не знал, когда присесть без блока, чтобы увернуться от этого снаряда. И, конечно же, он не успел. А гляньте-ка вот на эту ситуацию. Ситуация очень напряженная, и у меня, у моего противника, меньше, чем 30% хп. И тут я покажу вам пример использования того самого четверного захвата. Все, я просто взял раунд, можно сказать, халявно, сделав неблокируемую атаку на 350 урона. У противника просто не было шансов. Когда вся игра Джакса идет через броски и средние удары, вы можете не только прессить, но еще и приманивать противника на броски. На данном кадре моя тычка попадает, и я получаю ход. Противник раскрылся от моей средней атаки. Но погодите-ка. Посмотрите, мой противник сидит в блоке. Почему Скулман отпустил блок? Тем более, это игрок с одной из самых крутых защит в России. Да все просто, друзья. Когда я сделал тычку, я встал и ничего не делал. Дело в том, что я задержал свою среднюю атаку. Очевидно, противник подумал, что будет сейчас захват, и отпустил блок. Это и называется приманка на захват, или как в простонародье мы называем шимми. Ну, все логично, вы бросаете очень часто, и противники боятся ваших захватов, и поэтому часто отпускают блок. Задержанные средние удары будут раскрывать противников. Это, кстати, тоже прессинг-опция. Вообще, прессинг Джакса очень крут. И вы уже примерно должны понимать, как происходит раскрытие за данного персонажа. Вам не обязательно делать оверхеды, делать лоу. У вас чертов захват отнимает 350 урона. Есть неблокируемая пробежка, тычка-спецприем и стаги для прессинга, которые будут просто занозой в заднице для любого соперника. А правильно использовав прессинг, вы не дадите противнику пространство для маневра. Играя за Джакса, соблюдайте баланс в атаке. Не брезгуйте делать захваты 2, а то даже 3 раза подряд. Используйте задержанные средние удары, чтобы приманивать на захваты. Броски делайте всегда в разную сторону, чтобы противник не всегда рвал их. Ну а четверной захват оставьте на сладкое, чтобы добить противника, когда он этого не ожидает. Наигрывайте за Джакса, чтобы понимать, как правильно двигаться, и вы будете непобедимы. Ну а мы переходим к разводкам. Поскольку инструментов для вскрытия у Джакса очень много, то и разводок у него оказалось далеко не мало. Изучите данные разводки, и вы поймете, как правильно прессить, а также раскрывать противника в атаке. Вперед 2 захват, классическая разводка со стаггером. При этом после захвата ход все еще ваш, вы атакуете первым, снова через вперед 2. Противники лезут после вперед 2, пожалуйста, доделывайте серию. Точно так же и с вперед 3-3. Противники должны бояться третьего удара. Если не боятся, то пожалуйста, доделывайте серию, и пусть они получают по голове. При этом захват можно делать не обязательно обычный, можете делать и четверной. Это, конечно, нагло, но даст больше плодов. Не думал, что скажу это, но делайте тычку спецприем как можно чаще. Проверено на профессионалах, кушают абсолютно все. Однерка — это крутой стаггер, можно делать после него захват. И пусть только попробуют влезть. 1-2, кстати, тоже офигенный стаггер, тоже плюс 1 на блоке.
И опять же, противники не должны туда лезть. У вас плюс. Вниз 4 пробежка, моя любимая разводка. Это имба. При этом, когда противники эту пробежку будут ждать, тут мы можем понаглеть. 2-2 оверхед и 2-2 лоу, кстати, это неплохие такие миксапчики. Так же, как и вперед 2 оверхед и вперед 2 лоу, особенно когда нужно добить противника. Идеально. Оставляя оппонента на ногах после своей гачи, вы получаете преимущество и можете прессить дальше. Научившись круто двигаться, вы делаете свои короткие атаки более длинными. Если вы отмените вперед 3-3 в ракетке, по многим персонажам это будет гарантия и огромный урон в блок. Вперед 4, пробежка тоже очень хитрая разводка. Сокрушительный удар после назад 2 можно гарантированно сделать, если напряга рукой попадет. После своих основных комбинаций у Джакса будет небольшое время, чтобы отойти назад и сделать вниз-вниз 3, чтобы зарядить руки на один уровень. Старший по званию связки с четверным захватом очень крут. После 3-го удара вы можете отменять, а также после 5-го. При этом, чтобы противник не сидел без блока, вы можете отменить в пробежку и нанести урон. Тычка вниз 4 остановит наступление противника и передаст вам ход. Друзья, вот такой получился гайд на Джакса. В целом ничего особенного здесь нет. Вместо шуток и прочего я решил лишь наполнить гайд большей информацией. Надеюсь, хоть что-то вы для себя подчеркнуть смогли. Я очень долго делал это видео и знаю, что просмотров много оно не соберет. Но ничего, я делал этот гайд по вашей просьбе, дорогие зрители. Поэтому если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, это будет лучшим подарком для меня. Кстати, напишите в комментариях, на какого персонажа вы бы еще хотели увидеть гайд. И еще напишите, как вам Джакс в Mortal Kombat 11. Мне он понравился. Очень веселый персонаж. Можете попробовать поиграть сами. Ладно, друзья, еще раз огромнейшее всем спасибо за просмотр. Увидимся скоро. Всем удачи и пока-пока.